управлением ФСБ России по Саратовской области в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий совместно с управлением МВД России по Саратовской области установлено, что Рогов Роман Олегович создал интернет-ресурс, схожий с сайтом ПАО «Сбербанк», так называемый фишинговый, с целью похищения парольно-кодовой информации клиентов банка для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк онлайн». Получив авторизованные сведения, Рогов осуществлял вход в личный кабинет пользователя и приобретал на чужие денежные средства криптовалюту биткоин на одной из бирж, который в дальнейшем распоряжался в собственных целях.